Всем привет, с вами Матвей, J-Study, блог про обучение за рубежом. Сегодня мы находимся с вами в необычном месте. Это не языковая школа, не какой-то город, а мы находимся посреди открытого моря на круизном лайнере. На этом замечательном лайнере наш хороший партнер устраивает курс английского языка для детей. Называется это экспедиция. То есть дети будут каждый день находиться в новом городе, исследовать новые места. И сегодня, например, мы плывем из Барселоны через Марсель в Геную. Летом у детей будут немножко другие маршруты. Это будет выезд из Гамбурга и поездка через острова Шетланд. Это Шотландские острова в Исландию. В Исландии они проводят несколько дней и обратно возвращаются через Лимерик, через Шотландию тоже и обратно в Гамбург. Мне кажется, это просто потрясающая возможность для детей и вообще, в принципе, посмотреть мир и выучить английский язык. На которой написано имя, фамилия, номер комнаты, и ей можно расплачиваться, если ты взрослый, у детей эти счета будут заблокированы, но по ним будет доступ на все мероприятия, какие-то дополнительные сервисы, и она служит проходом в комнату. Покажу вам, как выглядят комнаты. Единственное, у детей будет комната на троих, либо на четверых человек. Они будут чуть-чуть побольше. В принципе, тут вот все есть необходимое. Есть там, да, ванна, туалет своя, шкаф, телевизор, кровати. Да, соответственно, дети, которые будут в комнате на двоих, у них будет две кровати, они раздвигаются здесь. И, соответственно, bunk beds, двухъярусные кровати, как во всех, на всех круизных лайнерах, есть такая вот категория номеров. Нам сегодня их не показали, потому что эти круизы, они распродаются очень быстро, и мест вот сегодня свободных, например, не было, да. Все, в принципе, очень удобно, если руки помыть прямо перед залом. Дальше.
в Геную. И, к сожалению, надо ехать уже домой. А у детей целых 12 дней будет шикарного круиза. Так что ждите нетерпением лета.